Так, все. В общем, серв клан Вара ломанули. И сейчас я вам покажу, вот кто его ломанул, XTS. И он меня оскорбляет сейчас. Я вам докажу. Так. Вот. Да, он называет сейчас. Так, ну это походу и есть Сергей этот. Так. Блин, 10 секунд. Че, он вышел, что ли, этот экстес, нет? В общем, серф ломанули, и теперь это вообще какое-то говно. Поэтому я буду ставить на сандбокс, теперь будет этот. Теперь будет клан вар на 40 слотов, один серф у нас будет. Да? Иди мамочке поплачь. А? Иди мамочке поплачь. Зачем? Ну ты же любишь его свою мамочку плакать. Конечно. Что ты делаешь? Алло. 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 А, Ростик, привет. Или алло. Это не Ростик? Ростик. Ну, 30-й. Да, помоги, Ростик. Да? Так что ты скажешь или нет? Да не надо, зачем ты просто к тебе бьёшь? Чего? Да. Тебя плохо слышно? Че... Алло. Что, у тебя микрофон фонит? У тебя тоже. Ну скажи, как я тебе кину? Ты можешь обосновать? Ну если там молча. Не, ну в смысле молча? Обоснуй, вот как я тебе кину. Да Саша, что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Подожди. Ладно, пусть в состоянии. Ну так что, ты скажешь, нет? Алло. А мне что такое, да? А, всё, он вышел. То есть ты не можешь, да, обосновать, да? Конечно. Тай, ладно, выходи, давай еще половину сделаем. Кстати. А? Напечать? Да. Не, ну не вообще флагин. Найдем, потому что. Флагин на хом. У нас же есть он. Не на хом нет. Да. Ну все нормально, да, все нормально. Дай, короче, флагин. Я просто у серии, который у нас был. Там хазин. Там есть хомы. Сергей. Что? А зачем ты карту обновил? А не, что? Ну он видишь, он сказал, что я типа его кинул. Вот, и ну, переименовал там на Майорене все. И все. Типа я его как-то кинул. На спавне там было написано. Макс, ПТП поменялся. Я просто серию весь переустановил и пароль ПТП поменял. Видишь, он такой? Ростик точно так же. Так и поменял. Просто ПТП поменял. А я нет, я весь пароль еще от моей арены поменял. Ну, он тоже. А что? Что случилось? Да ничего, привет, Ростик. Сергей сломал. Прикинь, Ростик, слышь? Ростик. Ростик? Hungry Games, да. Круто. Ну, Сергей, ну скажи, как я тебя кину? Что ты сейчас сделал? Молча. Ну, то есть ты даже не можешь обосновать свой ответ?
такое обосновать? Ну, в смысле? Объяснить? Да. А, просто молча, как школьник. Как ты? Ну, по-любому. Ну, в общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вош, я и Ростик. В общем, больше теперь нет кланвара. Было интересно. Не заходите на кланвар, да. Теперь сэндбокс это будет кланвар, 40 слотов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания. И скайп Сергея будет.